Травматологическое отделение Сергиево-Посадской районной больницы переполнено. Многие пациенты попали сюда после ситуации «поскользнулся, упал». На полтора дня назад шла на маршрутку, поскользнулась и упала. Проснулась уже, меня подняли, я маме сразу позвонила, она сразу с работы пришла, поехали в ЦРБ, и в итоге меня положили сотрясение. А поскользнулись на остановке? Да, по дороге на остановку. Вчера буквально попала сюда, подскользнулась, просто вот была возле Пятерочки, пошла на работу, ну, как обычно, шла, и так получилось, что подскользнулась, упала, очень здорово стукнулась головой. 25 сегодняшних пациентов травматологического отделения районной больницы госпитализированы 22 января. Этот день календаря стал Сергиевом Посаде самым травматичным днем с начала зимы. Если по медицинской статистике январь вписался в рамки обычного зимнего месяца по количеству травм, их зафиксировано порядка 1600, то только за сутки минувшей среды в травмпункт районной больницы обратилось более 120 жителей Сергиева Посада, то есть вдвое больше, чем в предыдущие дни. Вчерашние условия погоды внесли свои коррективы, был, можно сказать, так, ажиотаж, авральный день у травматологов, в частности, это и в травмпункте, и в травматологических отделениях. Было много обратившихся больных. Все больные, большая часть больных – это травмы, связанные с падением на улице. Вот. Люди просто на льду подскальзывались, падали. И большинство, конечно, это переломы. Переломы луча в типичном месте, переломы верхней трети плечевой кости, хирургической шейки плечевой кости и переломы ребер. Местные травматологи по-прежнему работают в авральном режиме. Медицинские бригады усилены. Гражданам, упавшим на скользком месте, советуют не затягивать с визитом к врачу. Если человеку кажется, что у него банальный ушиб, все равно лучше... Лучше обратиться к врачу, потому что мы постоянно сталкиваемся с ситуацией, когда пациенты не обращаются к нам и через какой-то длительный срок попадают уже к нам с осложнениями, которые лечить труднее. По статистике, количество уличных травм в зимнее время в целом в 2-3 раза выше, чем летом. Главная причина – нерасчищенные от снега и льда тротуары. Ответственны за это администрация, управляющие компании и собственники зданий. Часть территории дворовой, она закреплена за МБУ. Часть территории закреплена за управляющими компаниями. Это их обязательно 5-метровая зона и еще дорога, прилегающая к подъездам. Торговые объекты обязаны обработать свою территорию, закрепленную за ними. С нами тесно работает технадзор, который тоже следит, который контролирует и, естественно, что и штрафует. Если вы недовольны уборкой территории двора или тротуара, обращайтесь по телефону единой диспетчерской службы по ЖКХ 545-7755. Ирина Максимова, Антон Коврижных. Программа «События».